Мы мечтали о малыше и представляли, как будем гулять по Красной площади вместе с ним. Мы верили, что это случится, и стремились к этому. И вот... Она здесь с нами. Наше невероятное счастье – Алиса. И теперь мы сами исполняем мечты. Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Алиса. Я очень жду тебя в гости и мечтаю о подарке. Пусть это будет сюрприз. Хо-хо-хо! Настроен ли друг мой на чудо? Оно окружает повсюду. Его не понять, не измерить. В него нужно просто поверить. Ой, моя пусика! Наблюдал за тобой через YouTube. Какие добрые видео ты сняла для ребят про Новый год. Я на все видео лайк поставил и гномам показал. Давай повеселимся. Включай музыку. А теперь мне пора. Меня ждут другие ребята. С Новым годом, Алиса. Ну вот. Новый год – чудесный праздник. Давайте мечтать и верить в чудеса. Тогда они обязательно сбудутся. И загляните под елку. Может, и ваш подарок уже там? Новым годом вас, друзья!